Ну, Ебукентий, признавайся, очко-то уже полыхает. Ведь пятая лига не за горами. Сука. Я думаю, что мое очко должно быть вне поля твоих интересов. Вот так вот. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан очевидности СИКМПХ. Сегодня у нас будет Warface, нагибчик соло РМ. И есть у меня для вас отличненький анекдот. Яша, мне кажется, что ты со мной только из-за секса. Сарочка, я тебя умоляю. Это что, по-твоему, вообще секс? Да? Дам-да-ди-да-дам-дам. Я думаю, Яша очень пожалел после этих слов. Но, так или иначе, мы сейчас, может быть, бомбу-то даже поставим. СИКМПХ. Пушка легендарная. Да. Пушка, которая подожгла немало пердаков в этой игре. И вы знаете, до сих пор продолжает это делать. Да. Так. О, тихо. Где-то здесь. Он где-то здесь. Рядом. Сочно. И прочно, да. О, душевненько как. Слушай, здорово, ребят. Блин, вообще классно получается. Прикольненько. Да. Кстати, что-то я так быстро по лигам расту. У меня сокланы некоторые, как бы, еще не дошли, они скобку играют. А я как бы да, я уже почти, как говорится. Ну и что ты ждешь? Тихо. Что я жду, кэп? У меня двое вообще у квадрата, двое сверху. Я что, один буду по низу на двушку заходить? Не хочу. Блин, кстати, у квадрата там проблемы. По-моему, там наших могут сейчас немного поднагнуть. Блин, наш точно там нагнули. Плохо. Хедшот, бэйби! You got owned! С почином, рачина! Благодарю, Нарина! Нет! Ах! Ну, по первым впечатлениям как? СИК все еще топ-1? Кэп, какие нахрен, вот если я сейчас провел, какие нафиг впечатления? Я одного человека... Хедшот! Вот сейчас двух убил. Хедшот! Я тебе скажу так, Кэп. Дяденька Ебукентий, этой пушкой в голову не стреляет. Слышь, дяденька, капитан очевидность. Любая пушка, которая ваншотит голову, ей стреляет в голову. Если пушка не ваншотит голову, ей все равно стреляет в голову. Я так решил. Все, вопрос закрыт. Да. На самом деле нет, сигом действительно, ну, наверное, эффективнее пилить в тело. Ну, не эффективнее, а проще. Сука, не пугай так. Что-то я начинаю волноваться. Это неспокойно себя чувствую. Не знаю почему, но есть такое ощущение. Да, не пойму. Ага, звук пошел. Бля, звуки в Warface это, конечно, сок. По-моему, где-то здесь, да? Да, вот он. Вот так, мой сладенький. Мы выиграли. Все. Не разошелся, Ракутагин. Да. Неужели правда это вот твои секретные киберспортивные тренировочки, о которых ты узнал? А ты знаешь, как? Реально так работают. Да, работают, друзья. Но не то, чтобы я о них узнал. Я, скажем так, провел глубокую аналитику. Я нашел много методов тренировки стрельбы. И не только стрельбы, но вообще как бы навыков в шутерах. Я их все попробовал, исследовал. Ну, сколько у меня опыт богатый, вы знаете. Там я что только не пробовал в своей жизни, да. Вот, ну, ничего не запрещенного, но тем не менее. Вот, и нашел, так сказать, выработал свою золотую середину. О, дабл кью, деточка, да. Бобры-то все-таки здесь еще. Да. Где-то здесь они. Кстати, хотел спросить, а вот эти позорные самонагибы, они тоже вот в эти секретные тренировочки входят? Да, входят. Входят. Это часть необходимая. Без нее, знаешь, как говорится, любишь медок, полюби холодок. Без труда не выманишь и рыбку из пруда. Это называется словесный понос, Ракутаги. В жопу иди. Давай, мальчик мой, ты можешь. Я так старые добрые времена. Так учил тебя, сенсей. Играй тактично. Вот так. Молодец. Там ученик. Именно это давно я тебя и хотел увидеть. Все, как завещают древние мудрости. Вода точит камень. Кесарь кесарева, а слесарь слесарева. Мне кажется, мой дорогой ученик, ты уже почти постиг. Я вижу, учить тебя мне больше просто нечего. Благодарю тебя, сенсей. Эй, ты с кем там разговариваешь? Шизик, что ли? Сам ты Шизик. Кэп, я просто задумался, забей. Итак, друзья, да, СИКМПХ, на чем мы остановились?
Пушка, нет, друзья, не топ-1. Серьезно, при наличии АМБ, да и даже, пожалуй, Витязя, я отдам этой пушке третье место. Вы знаете, может быть, плюс-минус второе, но, скажем так вот, они с Витязем за второе место, может быть, поспорят. Но не против АМБ. Серьезно, АМБ, я считаю, топ-1 у инженера сегодня. И лучше просто... Наглый молодой человек, ты смотри какой. Ну, мало того, что он наглый, так он еще и как бы беспечный и немного слеповатый. Ага. Да! Я не гомосексуалист. Я просто могу любить. Мне вот интересно, откуда вообще вся эта ЛГБТ-суета в Warface взялась? Вот эти все приседания, там, бабы-скины у мужиков. Как ты думаешь, Ракутаги? Кэп, ты знаешь, я бы тоже хотел как бы провести глубокую аналитику этого вопроса. Но ты знаешь, сейчас такие времена пошли, там, жизнь каждого важна, там, кого-то не важна, короче, там, за мир, дружбу, шоколад. Хедшот! За хедшот. Не будем вмешиваться, Кэп. Можно как бы бананчу отхватить и вообще проблем заиметь. Зачем? Люди юмор не понимают. Ну и нахрена ты в союзника стреляешь? Да потому что он, блин, бомбу забрал. Снайпер взял бомбу и полез на второй этаж. Вот она, вся суть, сука. Соло РМ в этой игре. Как с этим жить вообще? Как? Я не знаю, он альтернативно одаренный какой-то, сука. У него запасная хромосома или что? Зачем он это делает? Я не могу понять таких людей. Взять снайпером бомбу и уйти на второй этаж, чтоб потом там, сука, слиться. И все. Ни бомбы, ни матча, ни хрена, ни снайпера. Нагнуло. Да. Кстати, наш вундеркинд бомбу на единицу понес. Бля. Он еще, скажите, поставит там. Ну, вся команда на двушке, причем неплохо распределилась там на верхах везде. Он пошел на единицу ставить, ну это же гениально. Это же сколько надо IQ иметь? Минимум 200, мне кажется, там вот. По-любому. Эйнштейн бы увидел этого человека, он просто бы заплакал от зависти. Такое придумать вот могут только люди на соло РМ. Сука, он еще не видит. Этот тип спокойно пробежал. Он спокойно перед тобой пробежал на плент. Че ты там смотришь вообще? Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Опять какая-то изи-каточка у тебя, Ракутаги, вышла подставная. Ждем пот. Лиги и так с третьей хотя бы. Не ссы, будет тебе пот. Может, даже первую возьмем, если успеем. Да, тут такое дело, что 1 мая я... Как бы... Неделю меня не будет, в общем, примерно. Вот, ну я, можно же, пару видосиков успею заготовить. Как бы, на этот период, по Warface, да. Такие дела. В общем, 18 фрагов, 10 хэдшотов, где you was owned. Весьма неплохо сыграли. Мне кажется... Качественно понагибали. СИКМПХ, друзья, по-прежнему остается как минимум топ-3. А возможно и делит с Витязем топ-2. Пушка неплохая, пушка хорошая. И кстати, если данное видео вам понравилось, ну по каким-то причинам вдруг, то предлагаю вам сделать следующее. Ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, ну сами понимаете. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, увидимся. Пока.